школа номер 15 и номер 17. Это единственные школы в Городецком округе, которые находятся в такой близости друг от друга. В этих двух школах замечательные учителя. Есть среди них педагогическая династия. В педагогической династии Силантьевых учителя работают в 15, 17 и 19 школах. Такие уже взрослые. Сын у нее, знаешь, куда взяли? Она ушла позже, наверное. Вы проработали в этой школе более 40 лет. Что для вас значат эти годы? Ну, это моя жизнь, образ жизни наш. Наша вся профессия, по сути, это образ жизни. Потому что все мы связаны. Конкретно вот у меня получилось, что я с этой школы связана 40 лет. Поэтому очень важный момент. Это наша жизнь. Почему вы выбрали профессию учителя физкультуры? С детства я очень любил спорт и занимался спортом в школе номер 17. По окончании школы я профессионально занимался лыжными гонками. Закончил институт, у меня великий педагог, директор школы 17 Арютки Николай Васильевич пригласил меня учителем физической культуры в школу номер 17, в которой я отработал 16 лет. Сын мой, Сергей Сергеевич, передал ему учительство свое. Он теперь преподает в школе номер 15, тоже физическую культуру. Мне кажется, это повлияло то, что он был чемпионом области по легкой атлетике. Отец его направил в нужное русло, и вот он стал учителем физкультуры. Благодаря отцу я выбрал профессию учителя физической культуры. Вместе мы занимались, тренировались. Как вы пришли в профессию учителя? Мой путь длинный. Изначально, когда я пришла маленьким ребенком еще в школу, понятно, что у меня были мои любимые предметы – это физическая культура и биология. Но физическая культура была ближе мне. Участвовала в различных соревнованиях, разного уровня. Занимала призовые места, входила в команду сборной области. Приняла решение закончить еще одно высшее образование. Это Лобачевский, физическая культура и спорт. Где в дальнейшем я решила попробовать свои знания в 19-й школе учителем физической культуры. Так как у меня любовь к спорту и любовь к детям, вот так я пошла работать в 19-ю школу учителем. Елена Викторовна, как вы познакомились с этой династией? Династия Силантьевых для школы номер 17 – это родные люди. Ольга Иосифовна проработала в нашей школе более 40 лет. Сергей Порфирьевич – выпускник школы номер 17, первый выпуск 17-й школы. Сергей Сергеевич – сын, тоже выпускник нашей школы. Старшая дочь этой семьи – Оля, тоже является выпускницей школы номер 17. Хотелось бы, чтобы таких династий в Городецком округе было как можно больше. Мы очень рады, что у нас есть такая замечательная семья –